Обучение банковскому делу Чувашии выходит на новый уровень. Мастер-классы, лекции, деловые игры теперь будут проводить бизнес-тренеры по финансам на базе специализированной аудитории в Чувашском госуниверситете. Зеленая лента вместо красной. Традиции сохранены даже в мелочах, в своем стиле. 105-й кабинет экономфака превратился в специализированную аудиторию, где будут развивать компетенции будущего. Все началось с одного звонка, потом с одной встречи, и потом буквально вот чуть ли не на салфетках вот рисовали, что это может быть, какая может быть идея, для чего это вообще. И в итоге вот воплотили, не прошло и полгода, мы воплотили все это в жизнь. У меня очень много уже в персонале Чувашского головного отделения накопилось персонала, людей. Персонал – нехорошее слово, то есть там и коллектив тоже. Людей, которые обладают большим багажом знаний. Они-то и прокачают будущих специалистов финансово-кредитной сферы. Лучших учеников занесут в резерв потенциальных сотрудников Сбербанка, а самые мотивированные получат работу. Это первый совместный проект такого формата Чувашского госуниверситета и Сбербанка. Надписи вот на стене заднего вида очень много. Это символизирует то, что и связей достаточно. Они могут быть научными, они могут быть образовательными, они и есть инновационные. Порядка 60 студентов уже записались на курсы. Занятия начнутся в декабре. Вначале будут деловые игры, первое по финансовому планированию. Мне очень хочется уже поскорее побывать на занятии. Мы уже записались, все в предвкушении. Это послужит большим опытом для дальнейшей моей специальности, поскольку Сбербанк является лидером, и я сама пользуюсь Сбербанком. Пока занятия факультативные, раз в неделю. В планах встроить их в основное расписание студентов-экономистов, а затем подтянуть сюда учащихся и других факультетов. К тому же площадка послужит и местом встречи преподавателей вуза с профессурой корпоративного университета Сбербанка.